Всем привет, вы на канале Полюшка Плюшка. Сейчас я вам хотела сделать пиар и сигнум. Многие сейчас, ну точнее не многие, а два человека знают, кто это. Это Юлия Литвиненко, вот я сделала. Мне кажется, что сделала... Секунду, приближу камеру, чтобы тебе было лучше видно. Вот так вот, смотри. А ты украинка или из России ты? Напиши, пожалуйста, в комментарии, ях, ты украинка или ты из России? Я из России. Вот. Смотри. Тебе так пойдет? Я старалась, если честно, делать. Вот. Это на тетради сделала. А здесь так. Ставим. Это сигна была. Вот. А сейчас я сделаю... Всё написала. Пиарчик. Пиарю канал Вика Крафт. Вика Крафт. Вот такой канал. Мне очень он понравился. Веселый канал. Интересный. Давайте посмотрим видео. Коротенько какой-нибудь. Видите, давайте вот так вот. Какой-нибудь сейчас найду. О, сколько чего-то так мало видео, я не знаю, честно. Значит, ты недавно канал завела. Вот сколько. Стоп. Сколько мне идет? 53 минуты, 33 минуты. Ты молодец. Вот честно, у меня очень интересное видео. То есть я еще хоть и не все успела посмотреть, просто времени нету. Я вам сейчас показала свою уведомление, но боюсь, мне как-то я смешу. Я же пока не настолько просто. Давайте. Сейчас не знаю. Вот это вот, как-то 2 минутки, давайте посмотрим. Стоп. Давай, грузи. Сумасшедшее видео называется. На меня не смотрите. У меня, кстати, вот время 20:19. Сейчас скоро спать будем, положить. Что так долго грузит? Я аномальная, танцует до утра. Я аномальная, танцует до утра. Твоя шалалалала, сумасшедшая. Я знаю эту песенку, да? Стоп, что это было? Ну, она моя, танцует на утро, большая лава-лава. Как обычно, 22 часа, забыть на плану Дэны и успеть накраситься. И закрыть глаза, улыбается, она живет, как будто каждый вечер пятница. Одной улыбкой разбивает сердце, но она просто любит засыпать. Не думайте, что я говорю про нее. Это не про нее. Я просто так подпишу танцую бумаж. Ладно, ребят, вот вам уведомления мои показываю. Шутка, я ни за что теперь эти уведомления не показываю. Вот дебильная эта реклама, дебильная. Надо вот так делать рекламу. Вот реклама, Шелла. Ну вот Шелла. Я знаю Шелла. Валерка. Сосиска. Давайте посмотрим песню про сосиска. Сейчас я понимаю свою маму как никогда, ведь я оказалась в том же положении. Валера опять поет. Ну что, ты поймал карася? Ага, ты, наверное, хотел сказать...
поймать туалетного кокося? Валера, я не знаю, зачем ты его ловил, потому что в наборе с удочкой шли вот такие вот рыбки. Ты смотрел, как я тут рыбу ловлю по туалетам да по тазикам, а сам хихикал за спиной и молчал? Ну а что тут такого, Валера? Прикольно же было, правда, ребята? Все, я обиделся на тебя. С тебя большая конфета. И это, ребята, подпишитесь, пожалуйста, на канал, потому что мне будет не так обидно. Спасибо. Так, уже совсем скоро лето, и нужно выбрать себе какую-нибудь футболочку. Так, мужская одежда, все товары, окей. Смотрим. О, тут есть все, и даже шапки. Хотя зачем мне летом шапка? Вот они, мои стучательные палочки. Подписывайтесь на мой канал. Гитара.